Пусть садик, который мы начинаем возводить прямо сейчас, станет для вас первым шагом в новую интересную жизнь. Вы – люди будущего. Вам предстоит строить и укреплять Россию завтрашнего дня. Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов заложил капсулу времени в основание нового детского сада на 360 воспитанников. Здание построят на территории современного жилого комплекса в селе Перхушково. Создается новый дом. Для нас это всегда большая радость, когда появляются детские сады, потому что это место будущих встреч, знакомств, первой дружбы, первого коллектива, новых невероятных открытий. В новом трехэтажном здании общей площадью более 5000 квадратных метров предусмотрены помещения под просторные игровые, комнаты для кружков и творческих занятий, пищеблок, кабинеты узкопрофильных специалистов, медицинский блок, залы для занятий спортом и музыкой. После завершения работ детский сад передадут на баланс муниципалитета. Планируется, что новое современное дошкольное учреждение в Перхушкове откроет свои двери уже в первом квартале 2024 года. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».